За последние 50 лет население Земли увеличилось вдвое. За 4 дня людей на планете стало больше на миллион. Это самый серьезный кризис в истории человечества. Доктор Николет Кейман предложила Федерации ввести политику «Одна семья, один ребенок». Мы за лучшее будущее для наших детей. Как вы собираетесь это скрыть? Как-нибудь. Придумали имена? Их 7. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. С завтрашнего дня каждая из вас будет выходить из дому в тот день, который соответствует ее имени. Воскресенье по воскресеньям. Понедельник по понедельникам и так далее. За этими стенами вы будете одним человеком. Карен Сетман. Ваше имя? Карен Сетман. У вас есть братья или сестры? Нет. Бюро распределения детей. Где бы вы ни были, что бы ни делали, вы не должны ни словом упоминать о сестрах. Где она, черт возьми? Что, если понедельник ранена или мертва? И власти найдут ее раньше нас. Нужно помочь ей. Нужно спасти ее. Никто не должен об этом узнать. Нельзя недооценивать девчонок. Только вместе мы выживем.